В рамках государственного визита Нурсултана Назарбаева в Китай в Пекине состоялось заседание Казахстанско-Китайского делового совета. В нем приняли участие топ-менеджеры государственных и частных компаний Казахстана и руководители крупных госкорпораций Китая, а также более 200 представителей местного делового сообщества. Всего в ходе заседания было подписано 40 проектов на общую сумму более 13 миллиардов долларов. Фонд национального благосостояния Самрук-Хазына заключил меморандум о взаимопонимании с Винтагрупп, одной из крупнейших инвестиционных компаний Китая. Документ предусматривает стратегическое сотрудничество в области инвестирования и развития специальной экономической зоны Харгос-Восточные ворота, которая находится под управлением фонда. Подписанные документы также направлены на развитие транспорта, логистики и электронной торговли на территории СЭС. Сегодня наша страна является крупнейшим торговым партнером Китая в Центральной Азии. В списке инвесторов в экономику Казахстана Поднебесная занимает 4-е место. В ходе реализации задачи, поставленной главой государства, большое внимание мы уделяем высокотехнологичным отраслям. Ведется соответствующая работа. В рамках этого визита мы достигли договоренности и подписали документы по 15 проектам. Мы 2 года не могли обеспечить импорт кобылевого молока в Китай. Благодаря президенту в рамках нынешнего визита нам удалось подписать документ о ввозе и продаже молока в городах Китая.